мысли такие меня на ночь посещают. Мы в конце месяца клубом будем сдавать нормы ГТО. Ну, попросили нас. И я вот задумался, что это такое. Готов к труду обороне. Это спорт же? Я же так понимаю, там нормативы, значки, то есть вся наградная атрибутика. Все то же самое. Это спорт. А куда РУСАДА смотрит? Почему на допинг никого не берут? Мне вот интересно. Вот мы придем, все здоровые качки, всех порвем. Никого не интересует, что мы... У меня же профессионалы в основном в клубе занимаются. Что мы профи. Что мы можем быть на химии. То есть, для того, чтобы трудиться и защищать свою родину, государству похуй, химичимся или мы, или не химичимся. А если мы занимаемся реально каким-то спортом, то у нас надо обязательно проверять. То есть прям брать на допинг, ловить, отлавливать, запрещать. Для чего? Для того, чтобы мы... анаболики, я напомню, для чего у нас? Для восстанавливаемости, для лучшей, для роста результатов, для увеличения мышечной массы. То есть для того, чтобы мужик был здоровый, красивый, сильный. Чтобы мог защищать свою страну. Чтобы мог трудиться. Чтобы был готов к труду и обороне. Какие-то двойные стандарты. Непонятно совершенно. Вот во время войны давали перед атакой солдатам наркомовские 100 грамм. Представляете? Сейчас бы сказали. Вы что, это же допинг. Ни в коем случае. Это для здоровья вредно. И это нечестно. А кто-то скажет, что это глупая аналогия. А я напомню, что спорт – это сублимация войны. А в войне все средства хороши. В общем, такие мысли. Не знаю я, как быть. Это ж будет нечестно. Мы придем, получим значки золотые. ГТО. Но при этом, как бы, не так, чтобы честно мы их заработаем. Всем пока. Это были тупые ночные мысли. Время, твою мать, уже 12. Всем спокойной ночи.